творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Ну что, сначала водные процедуры, такой эротический душ, затем красиво одеться и уже в гранд-ресторанте готовить тебе такой завтрак, как в Париже. Чайничек у меня уже поставлен с холодной водичкой. Ну что, сейчас музычку. Еще немножко танцев. Ах, эти чакры, конечно, эти чакры. Эти чакры, да. Ох, эти чакры, чакры. К этим танцам или к завтраку. Ну, сейчас чайничек вскипит, я поставлю себе вариться кашку. Сейчас мы с вами выберем кашку. Ох, на мой такой эротический завтрак. Салмановна, да, не надо забывать, плечики назад, грудь вперед, живот втянуть, ох, чтобы было очень красиво, ох, я люблю тебя, дорогая, это я себя, аффирмации по Луизе Хей перед зеркалом, я люблю тебя, любовь моя. Ох, ты шикарно выглядишь. Просто шикардосно. Ну что, с музычкой? Что у нас с музычкой? Ох, я такая, все такая. Ох, разработать чакры. Фундатари правдины. Спинку прямо. Ну что, сюда. Сейчас я ставлю сюда. Это сейчас водичка, чистая водичка. Кашка. Ну что, какую кашку? Видно было. Ох, я такая эротическая. Чайничек уже вскипел практически. Сейчас изучу кашку. Сейчас я Салмановна выберет себе кашку на завтрак. Это у меня как бы два раза. Это такая крупа пшеничная. Это крупа пшеничная, это греча. Греча, овсяночка, пшеничная.
пшеничная, гречневая овсяночка. Это какая у меня кашка? Ячневая. Ячневая кукурузная. Перловочка. Перловочка. Сейчас кашку. Сейчас выберу для себя кашку. Это кастрюльку я уже помыла. Кастрюльку помыла. Походочка от бедра. Такая походочка от бедра. Эротическая. А, вот этот гранд ресторан. Студия позитивного мышления, сила позитивной мысли представляет такой ресторан La Cafe de Beauty, творческой студии позитивного мышления. Татьяна Салмановна Мактум Сайфди. Ох, это богема. Ох, это богема. Это богема легла рано, встала поздно, я уже приняла душ. Мой такой ванный спа, да. Творческая студия позитивного мышления и актерского мастерства. Ну да, как там Собчак резала лифчик и говорила, как там, я уже забыла, как она там будет. Ах, вы можете подсмотреть, как я живу. Ну да. И актерского мастерства. Немножко актерского мастерства. Что? Кашка? Коллекция коллекшн. Коллекшн для завтрака, для моего гранд ресторана, для моего завтрака купила я кашку различную, все, которые по баджету были, так что вот, мы с вами сейчас пошепчемся. Конечно, Татьяна Салмановна советует питаться в лучших ресторанах мира, быть миллионерами, миллиардерами, учиться, зарабатывать честно, порядочно миллионы, миллиарды. И заказывать самые лучшие завтраки, понимаете, в лучших ресторанах мира. Свежие фрукты, овощи. Так что вот. Ах, сейчас хочется, Татьяна Салмановна, хочется клубники, свежей-свежей клубники, черники, органик кофе, свежий салат из зеленых листьев. Так что вот. Органик кофе. С milk 0%, fat, немножко мороженого 0% fat, органик мюсли, конфетки Рафаэлла, так что вот, букеты цветов, ах, это 28 роз, по 10 раз от поклонников. Мы смотрим вашу творческую студию, мы посылаем вам цветы, мы посылаем вам 100 роз, потому что мы ваши поклонники. Такие шикарные розы. Так что вот. Но, если баджет, что можно купить по баджету в магазине? Баджетном магазине 7 шагов. Это различные крупы, имейте в виду, от 15 рублей до 60 примерно. Так что вот, овсяночку вы можете там приобрести. Овсяные хлопья, овсяночка, овсяные хлопья, ну, рублей за 15 за эту пачечку.
Так что вот бюджетный вариант. Крупа ячневая. Рублей за 25. Этот пакетик 25 примерно стоит. Крупа пшеничная. Ну, примерно они там 25, 30, 35 рублей эти крупы. Так что вот. Так, поближе сейчас вам еще покажу этикеточки. Потом, ну, как говорится, это перловочку хорошо в супчик, в бюджетный супчик, перловочку очень-очень питательно, так что вот. Это, конечно, не на завтрак, греча, конечно, в советские времена дефицит был, какой дефицит? Греча. По-моему, самая дорогая крупа из этих круп – это греча. Так что вот, гречечка. И еще такая экзотическая крупа. Такая экзотическая. Это вот это вот. Кукурузная. Крупа кукурузная. Это были крупы по бюджету. Так что вот, имейте это в виду. Сахарный песочек где-то 40 рублей плюс-минус за упаковочку. Нет, по-моему, не так. Сейчас боюсь перепутать. Кукурузная там была. Ох, я немножко перепутала. Тем самым немножко. Сори. Guys, sorry. Я вам показала пшено. Пшено. Она похожа с кукурузной. Так что вот, пшено. Сначала мама показала пшено, сказала, что это кукурузное. Так что вот, они у меня обе желтенькие, просто пшено чуть крупнее, а кукурузное чуть мельче помола. Сейчас я вам покажу. Они практически, ну, немножко отличаются. Так что вот, это пшено, а вот это кукурузное. Кукурузная крупа, тоже такая желтенькая, вот этой стороны, да, кукурузная. Так что смотрите, какой выбор. По бюджету питание, по бюджету, смотрите, кашка, как можно, смотрите, сколько у нас здесь. В общем, раз, считайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, пожалуйста, шесть. Один день можно повторить 6 завтраков, разная каша на завтрак с подсолнечным маслицем. Я купила таких 8 или 9, сколько у меня там сейчас? 4, 5, 6, где-то 8, да, 8 масла Слобода. А дешевле вот эта вот бутылочка, дешевле, чем 100 рублей, где-то 85, ну плюс-минус, я что еще не помню, где-то 85 рублей. Подсолнечное масло, кстати, очень хорошее, как и майонез Слобода, это фирма. Так что вот. Кашка с подсолнечным маслицем. Кстати, мука, сейчас я отсюда возьму мука. Да, упаковочки гороха, сейчас я вам покажу. Упаковочки гороха, муку. Мука 2 килограмма, обратите внимание, мука 2 килограмма, я купила 8 таких, это 16 килограмм муки, так что вот. Мука 53 рубля, 2 килограмма муки 53 рубля. Так что вот такие вот дела. Что еще? Горох. Обратите внимание, какой совершенно очень хороший цельный горох.
по 32 рубля за упаковочку. Я взяла 10 упаковочек, примерно 10, так что вот. Еще соевое мясо, 5 таких упаковочек соевого гуляша. Соевый гуляш. Обычно у меня 4 упаковки на месяц уходит. 4 упаковочки гуляша. А, еще эти макарошки. Макарошки, упаковочка, это макарон. По 13, сейчас она будет около 15 рублей стоит. Так что вот. Обычно у меня в месяц где-то 3-4 где-то, наверное. 4 упаковочки уходят макарон. 4 я кушаю гуляша соевого. Так что вот, вот такие вот дела. Так что супчик. Затем можно сварить супчик. Рецепты, такие эксклюзивные рецепты от Татьяны Салмановны. Я вам скажу потом позже. А так, из гороха, из этого шикарного, супчик, можно варить супчик. Потом пюре делать гороховое, а также замачивать. Я вам потом расскажу эксклюзивно. Есть его сырым, только нужно его долго промывать в горячей водичке, в кипяточке. Так что вот. Вот такие вот дела. А также делать пельмешки. Пельмешки из муки с гороховым пюре. А также клёцки. Эксклюзивно я вам тоже расскажу, как делать клёцки с гороховым пюре. Вот такие вот дела. И, конечно, где у меня была красная фасоль. Ну, это, как говорится, сейчас Татьяна Салмановна покушает. И, в общем-то, может быть, в следующей какой-то такой передаче, программе. Что такое еще интересного вам рассказать? Так что вот. А, просто я хотела сказать, что лепешечки. Сварили кашку, порцию каши покушали. И немножко кашки осталось. И на этой каше замесите такие лепешечки, например, с той же или ячневой, или пшеничной кашкой. Так что вот. Просто это очень полезно. У вас получается, потому что, как говорят, пшеничная, она очень очищенная мука. Вот. А если вы делаете лепешечки, например, с добавлением кашки, вот, ну, во-первых, это более питательно и более полезно получается. Так что вот. Такие лепешечки, блинчики, также можно такие лепешечки сделать с гороховым пюре, чуть добавлять горохового пюре. Так что вот, а, где у меня рис-то был? Я же не поняла, рис там стоит. Сварить риса сейчас. Guys, сейчас я вам покажу. Рис, сварили риса, это рисовая каша, считай. Сварили рисовой каши, вот. Рис, рисовая кашка, тоже в магазинчике Семишагов я покупала, но она где-то 35 рублей стоит эта упаковочка. Вот, сварили лепешечки, пожарили на подсолнечном масле, слобода, пожарили лепешечки из пшеничной муки с гороховым пюре, сварили немножко рисовой кашки, вот, и, так скажем, посолили. Вот, а еще что, на самом деле еще как бы такие секретные ингредиенты, сейчас вам расскажу, такие секретики. Еще я покупаю хрен и горчицу. Так что вот. Хрен и горчицу добавляю по вкусу, хрен и горчицу в различные блюда. Это у меня в холодильничке лежит, еще капустка. Ну, конечно, что вам сказать, у меня супчик из... Конечно, покупала тут 5 баночек этой икры, имитированной икры. Я вообще еще вообще баночки с имитированной икрой покупаю. Вот эти вот, смотрите, имитированная красная икра, очень вкусная, кстати.
пожарить такие лепешечки с добавлением там, ну, или овощей, или, как я говорю, этого горохового пюре. Вот, ну, так вот, хорошо, так, в общем, на маслице пожарить. И, так скажем, вот с икрой. Имитированная, такая очень вкусная. 5 баночек я покупала, у меня еще несколько баночек осталось. Эти баночки потом, когда вы уже использовали, баночку помыть и в нее очень хорошо соль насыпать. И солька, знаете, использовать ее как солоночку можно. Так что вот капустка. Так что вот салатик из свежей капустки. Или в супчик добавить капустку. Кочаны капустки у меня куплены. Еще, конечно, лук. Лук у меня лежит в холодильничке. Вот, тоже очень полезно. Репчатый лук. Так что вот. Шелуху, надеюсь, вы сохраняете. От репчатого лука обычно сохраняют. Потом ее используют хозяйки. Эту шелуху, сухую шелуху. Так что вот. И обратите внимание, здесь еще такая, знаете, вот эта вот, как говорится, экономия, в принципе. Вам даже не придется выносить часто мусор. Поскольку мусора у вас даже не будет. А какой мусор? Ну, это знаете, как немножко, знаете, какие плюсы. Так что вот, в этом еще есть. Из отходов, здесь знаете, как получается? Из отходов, вот, например, две пустые, вот, за месяц у меня две пустые вот эти вот из-под масла емкости, которые можно помыть, положить отдельно в пакетик и утилизировать потом. Так что вот, ну, помыть, так что вот, положить в пакетик. Также эти пластиковые бутылочки из-под шампуня, из-под зубного порошка. Так что вот, это требует особой утилизации, такие там специальные баки стоят. Так что помыть, и знаете, у вас при таком питании из отходов будут пакетики из-под круп, и вот баночки из-под масла, которые вы помоете, может быть, вы даже как-нибудь будете их, можно как-то использовать, будут чистые баночки, такие бутылочки. Так что вот такие вот дела. Такое безотходное производство. Ну, бумажный пакетик из-под муки. Так что вот. Если вы варите кашку, ну, я же вам показала, гороховый супчик, варите кашку, сделали из свежей капустки салатик. Здесь даже нет вообще никаких отходов, кроме пластиковых бутылочек из-под масла. Так что вот. Ну, этих шампуней, как сейчас я вам покажу. Ну да, вот шампунь крапива, вот мыло, сколько у меня там куплено, таких мыл у меня куплено было по баджету, такой эконом вариант, мыло, обратите внимание, мыло туалетное, 9,99. Сейчас у меня, ну, у меня было куплено штук, наверное, около 35 или около 30, или где-то 28 вот таких мыл. Я мою мое эксклюзивное тело, также мою посуду этим мылом, делаю уборочку, вот это кухонные поверхности, так что вот, и такие вот дела. Шампунчик крапива, так что вот. Когда закончится тут, ну, сколько у меня тут, 4-5 таких шампуней куплено. Так что баночку, эту бутылочку из-под шампуня тоже можно как-то использовать. Еще чистая бутылочка из-под шампуня получается. И, так скажем, такое вот. Так что вот.
Вот такие вот дела. С вами я. И моя творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Такие секреты. Это Орел и Решка отдыхают. Ну да? Вы смотрели Орел и Решка? Как прожить с золотой карточкой на $100? А здесь даже не на $100, вы понимаете, мы если посчитаем, сколько это стоит. Так что вот. Это такая своеобразная Орел и Решка в исполнении Татьяны Салмановны Мактум Сайфуддин. Это я. Конечно, я вам посоветую лучше иметь частный самолет, замок, шале, замки во Франции, покупать самую лучшую еду, самые лучшие шампуни, самую дорогую лучшую одежду и общаться только с королевскими особами. Так что вот. Но если у вас баджет, ну, в общем, делюсь секретами, шепчемся с вами. Так что вот. Сейчас я посниму боковой ручки, Татьяна Салмановна. Я подумала, сейчас видео засниму на 5 минуточек. Сейчас я подумала, сейчас помою ручки. Ах, я такая очень эротическая. И как себе поднять настроение? Это тоже, в общем, наука жизни. Как себе поднять настроение, что использовать? Танцы, медитацию, положительные аффирмации. А так сейчас покушаю, сейчас я это видео выключу, да, буду его загружать, буду себе кашку варить. А так у меня, так я одела такой эротический, ах, такая вся, сейчас будет у Татьяны Салмановны уборка, я же не должна заниматься уборкой, моя система Ториана. Так, честно говоря, мне влом, лень. Я люблю, чтобы все убрано было, понимаете, где эти куча помощников по хозяйству, которые помогают. Уже все сделано, уже еда приготовлена, я уже в шикарном замке с миллиардером, сейчас буду привлекать миллиардера. Так что вот. Обратите внимание, все мужики СВО, там вот эта вот одна из вот этих вот подружек, у нее такой муж пожилой и любовник восточный. Так вы знаете, чем они там занимались? Я вам потом покажу. Это в фильме показано. Они поехали на дачу, вот. С этим любовником. И знаете, какие у них там игры были? Она оделась зайчиком, этим зайчиком вот это вот, и под елкой они друг друга, то есть она на четвереньках там вот это вот ползала, и он за ней. Это у них была эротическая игра. Так что вот. Ну да, с этим молодым восточным любовником. Под елкой они вот там вот это ползали на четвереньках. И что-то изображали. Это был у них такой эротик. Это в фильме показано. Я не шучу, я вам покажу. Бальзаковский возраст для все мужики СВО. Так что вот. Сейчас Татьяна Салмановна запокушает. Эротический завтрак. Что-нибудь вам тут еще за, короче, забабасит. Вот это вот. И вот Татьяна Салмановна будет эротическая уборка. Татьяна Салмановна, короче, вот эта хренотень сейчас будет все двигать. Вот Татьяна Салмановна, когда генеральная уборка... Мне нужно протереть поверхности пола, потом все передвинуть, что передвигается, и протереть там, где вот это все стояло, потом это все обратно или делать другие дизайны. Это просто офигительно. Так что вот. А потом у меня еще большая стирка, мне нужно еще поменять постельное белье, постирать одежду, постирать мое белье,
вообще помыть полы, а вы поняли, у меня новая тряпка, между прочим, покупала в Пятерочке. А по сравнению с моим таким эксклюзивным дизайном, понимаете, вот это все передвинуть, потом переставить, помыть, потом это, то есть вы поняли, да, то есть это очень просто все охренительно, вот. Я буду это заснимать моментами. И буду такая, ах, буду привлекать миллиардера, на четвереньках я ползать и не буду, вот это вот. Но как-нибудь, я уже оделась, ах, я такая, сейчас буду вот это вот все. Потому что, честно говоря, одеть просто костюмчик, мне, честно говоря, это в лом. Я уже эту уборку откладываю, уже неделю откладываю. Я думаю, сейчас я отдохну, сейчас я покушаю, отдохну, засниму видео, отдохну на кровати, такая помечтаю, а все должно быть чисто. Посуду мне нужно мыть, посуда должна быть чистая. Блин, мне еще это, помыть посуду еще надо. Плюс ко всему, еще помыть холодильник. Так что вот. Все со стола убрать, все это помыть. Все эти аксессуарчики, все это пыль стереть. Это просто охренительная ситуация. Поэтому себя Татьяна Салмановна будет развлекать, привлекая миллиардера. Так что вот. Чтобы жить в замке во Франции, чтобы я уже такая встала, я уже оделась. Я вообще не поняла, где этот шикарный стол с этими яствами, с этими самыми лучшими вообще этими фруктами мира, всякими десертами, как в этом в турецких отелях придешь, ах, это all inclusive. Так что вот. Потом какая-то прогулка на личном хаммере, на как там, на личный правит самолет куда-нибудь в Париже на шопинг перед Новым годом. Я вообще не поняла, что вот это за двигать мебель, вообще вот это похоренить сразу. Так что вот. Самые лучшие наряды, вы какое колье хотите? За 5 миллиардов или за 10 миллиардов? Так что вот. А потом этот ланч в лучших ресторанах на Шанс-Элизе и романтический ужин, а потом занятие любовью, такая ночь любви. Так что вот. А здесь вообще вот это нахрен питаться по баджету этими крупами, короче, из баджетного шопа. Так что не надо мне вот это. А вы что это показываете? А вот это ничего, короче. А это было чё? А это было ничего. Так что вот. Вот такие вот дела. Это студия актерского мастерства. Ах, ну да. Это почти Софи Лорен. Так что, это сериал. Вот это вот. А, кстати, в этом. Я ж тут как-то слушала. Сдается дом перед Новым годом, в котором были съемки «Один дома». Так что вот, я не знаю, может быть, кто-то там уже его за вот это вот, как там, уже заплатил, так что вот. Уже кто-то заснял этот дом, «Один дома», там это, как это называется, повеселиться, короче. Так что вот, а что скучать, нужно веселиться. Нужно веселиться, веселить себя за завтраком, веселить себя за уборкой. Так что вот, я, конечно, могу там одеться как-то вот это, но я еще раз, я уже объяснила, короче. Так что вот. Скажут, а что, она советует этими крупами питаться, что мы вообще не поняли. Да нет, я не советую. Я советую жить шикарно. Жить честно, шикарно и быть процветающей. Так что вот. Вот такие вот дела. И кушать самые лучшие. Самые лучшие овощи, фрукты, продукты, рыбу. Так что вот, деликатесы. Так что. Вот такие вот дела. Лобстеры, омары. Я же вам уже объясняла. Носить самую лучшую одежду. И говорить, все самое лучшее это для меня. Так что вот. Все самое лучшее в этом мире для меня. И дома, и машины, и бриллианты, и удовольствие, и позитив, и счастье, и любовь, и вкуснейшая еда, и все рестораны мира. И все эти поклонники, они все у моих ног. Так что вот. Ну что, к моей странице ВКонтакте. Сколько у нас сейчас времени, Татьяна Салмановна?
Что тут у нас уже? У нас уже, короче, полтретьего, ну да? Полтретьего, 13, еще не понял, сегодня 13 число. 13 декабря 2021 год. Сейчас я спрошу у Димы, как у него дела. Дима, как у вас дела? Привет, с вами я, специалист в области наблюдательной психологии. Да. Так что вот, сейчас я послала Диме сообщение. Так что да, с вами я и моя творческая студия позитивного мышления «Сила позитивной мысли». Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин, с вами я, специалист в области позитивной психологии. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин.